Dostlar, 4 tane yok oldu. 4 oyun judo kuşu imanetine. Öyle Pakistan yollarda zirelişi koydular. Kestomayla Engiler bu düşmüyümüzle dostlar. Turcu muhabbeti benim var. O sporcu görüp özüyle bana bir hasta. Yemin ettiğiniz savaşın kolay oynayacak. Sveti Красный угол октагона приглашается боец из города Каспийск, Россия. Встречайте, Ахмед Магомедов! Арзон Кучанда! Ахмед Магомедов, Каспийск, Игорь Майор, 75 килограмм. Россия, вперед! 20 лет Ахмеду Магомедову, он из Каспийска, Дагестан. Его рост 1 метр 75 сантиметров, имеет в активе один бой, в котором он победил. Ну, а этот бой будет проходить также в промежуточном весовом дивизионе до 75 килограммов. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Меня зовут Магомедов Ахмед, мне 21 год. Родом я из города Каспийск, тренируюсь, живу в своем городе. Приехал в Москву, провел хороший сбор и полностью готов к своему бою. Показать все, на что я способен. Я постараюсь показать вам зрелищный бой. Так что ждите. Он представляет Узбекистан. Встречайте Бабу Хабибулаев! Бабу Хабибулаев, Елена Дёжка, 25 килограмм, Узбекистан! 27 лет Бабуру Хабибулаеву. Его рост 1 метр 73 сантиметра. Имеет в активе 2 победы по любителям. Также 2 победы по профессионалам, но 4 поражения. Опытней будет, и постарше, и поопытней Бабур Хабибулаев, несмотря на то, что его 4 поражения. И предстоит ему сразиться с молодым Ахмедом Магомедовым из Каспийска.
позвоночник, пах не бьем. Над всеми коленями в голову работаем только в стойке. За сетку перчатки шорты не хватаем. 30 секунд работаем в партию. Покажите красивый. Углом. Итак, Магомед, Магомедов Ахмед и Бабур Хабибулаев. Весовая категория 75 килограмм. Прежде промежуточная весовая категория. И начался первый раунд. Левую ручку выше, Ахмед. Хорошо джебом работает, прям фехтует Ахмед. Легкие достаточно руки. И хорошо сейчас перехватил удар, но немного не докрутил. Перемудрил, скажем так. И обрати внимание на сайдстепе, как хорошо Ахмед ушел. Очень легко. Да. Чувствуется боксерская подготовка. Но пропускает сейчас. Жесткий удар пропустил Ахмед. Сдача. Вау. Блестящая победа. Это было красиво, Игорь. Это было красиво во всех отношениях, потому как Ахмед Магомедов показал, что и на ногах он хорошо двигается, и в стойке уверенно себя чувствует. По правде говоря, конечно, может быть, там минуту этого боя не показатели, но из всех боев, что мы видели, у него был самый быстрый джеб и самые резкие руки, мне показалось, что он очень уверенно работал. И после одного пропущенного так разозлился даже, что-то выкрикнул. И быстро придушил. Раша! Хамдулилля! В этом бою внушающим приемом победу одерживает боец из красного угла Ахмед Магомедов Орлов Тим. До спорту. Знаешь, что так получилось? Спасибо за возможность. Я думаю. Мамуля, эта победа тебе поощряется. Посвящается. Альхамдулилля за все. Все четко. Всем братьям, старшим, младшим, хочу передать салам. Всем, кто смотрит, каспийским братьям. Я вас хотел порадовать, из-за этого такая победа получилась. А так... Альхамдулилля за все. И, пожалуйста, мне не надо по-братски вызовы кидать. И я тоже вызовы никому не собираюсь кидать, это цирк не для меня. Если вы хотите что-то драться, вот организаторам скажите, и пусть они нам устраивают бои, и все, салам алейкум. Вызовы не бросают, это был Ахмед Магомедов, победитель данного поединка.